Вот навоз, 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 навоз. Всем привет. Меня зовут Владимир. Сегодня я занимаюсь чисткой навоза. Сейчас я занимаюсь, точнее сказать. Вот. Вот столько нагрузил уже. Навоз вожу сейчас, в данный момент, на тракторе Т-25. До этого, сейчас же, 2 часами ранее, тут у нас тоже вот, одевал на трактор с куном ковшик и грузил вот здесь, вот это все. Вычищал тут жижи. У нас выпал снег несколько дней назад, полежал, растаял. И было много снега, стало много воды после этого. Тут образовалась жижа такая. Скотина растоптала, и не пройти, не проехать. Ну вот сейчас вроде как бы подсохло несколько дней. Стал вот это все дело вычищать. В ковшик нагружаю. Поехал, здесь недалеко у меня отвал. 200 метров вывалил на отвал. Ну вот так. Ну а потом ковшик снял. Тут дальше. На тракторе с куном неудобно, потому что нагрузка наперед, а передок там немного на МТЗ у меня разбит на тракторе. И его то сюда повернет, то сюда. Надо ремонтировать. Все, руки никак не доходят. Поэтому на Т-25. Тут вот покидал немножко. И сейчас вот еще докидаю здесь, вон там куча осталась. И все это дело вывезу. Вот, куча осталась. Скотина стоит дома, телки стоят. У нас в этом году уже пропало. Потерялись две крупнорогатины в деревне. Скот у нас. Скот никто не пасет, пастухов нету, и так они ходят сами по себе. В итоге один день одни не пришли, одна корова не пришла, через несколько дней другая не пришла. Ни рожек, ни ножек, то ли заблудилась, то ли охотники, рыбаки тире забили, не знаю, не видал. Никто не видел, ни рожек, ни ножек, нет скотины. Поэтому овечки я еще выпускаем. Сегодня выпустили овечку, телку маленькую, теленка. А эти две телки нетели. Стоят. Потому что шариться будут, вдруг не придут. И поэтому до обеда сегодня у меня был такой такое время. Как известно, я работаю заведующим клубом сельским. И в этом году запланировал провести водопровод в клуб. Зимний водопровод. Для того, чтобы зимой заливать для детей ледовый каток. Не коробку хоккейную, просто ледовый каток. Каток, лед залить, и чтобы они катались. Водопровода раньше у меня в клубе не было. И вот запланировали в этом году. Купили шланг. С августа месяца я начал главу своего поселения сжать потихоньку. Потихоньку, каждый день давил, давил на него. Капал на нервы ему, на мозга. И он купил шланг. Трубу 20-ю, 25-ку черную. Вот так. Чё, следующий этап стал прокладка трассы. Трассу проложить хочу по теплотрассе. Выкопать с метр. Там у нас 1,5 метра, на теплотрассе закопана в земле. И поверх теплотрассы положить трубу, трубопровод. И что? Зимой будет обогреваться и не будет замерзать.
Что из этого получится, не знаю пока, потому что вся эта запорная арматура, все это стоит денег немаленьких. У меня денег нету, и так там стараешься что-то на это, на то, денег не выделяют брать. Купил в город Омск, ездил фитинги на этот шланг. Теперь вот сегодня позвонили с утра, экскаваторщик сказал, приеду копать. До обеда прождал его, ну, подготовил там место. Ну, оно заранее как бы было готово, ну, еще там, чтобы не просто так не сидеть. Ну, в обед позвонил он ему, он говорит, извини, сейчас то там что-то нарушилось, там у него не срастается, дома что-то какие-то дела, экскаватор что-то мудрит. В итоге отложили все это на завтра. Фу, мошкара появилась. Тепло. Мошкара появилась. Мошка летает. Вот так. Ну что у нас завтра получится? Завтра попробую это все дело поснимать. Как будем копать водопровод? Как прокладывать шланг. Мне самое главное выкопать, шланг заложить, закопать его, а подсоединить его потом уже через там завтра, после, ну, в ближайшие дни его, короче, подсоединю. Так, вот такие дела у нас. Снег, который выпал, растаял сегодня, я повторюсь, или нет, сегодня я еще не говорил. Сегодня у нас вторник, 10-е. Октября. Первая декада октября прошла, вот так сказать. Она была немного холодная. Ну, вот так, такие дела. Ну что, на этом все. Всем пока.